Олем Йортаней, Бара Тулис, Кучим Лешит, Регат Победа Лун, Мекотие Гаджевлы Война, Ен Медвиджас. Но тая лунас ловвилен векушемка кипудлун, докота щивны. Чоры тышвиле вереке, зонли сколя лисны. Кільче посвилен шуалис у нараді чанки. Зонли стоя кормаля чіз, не в лишку тлиш тлиски. Ашень вивщані сколядис, шога з'ялиш бі. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк летает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песня за столом. Это речи и беседы. Это дедушкин альбом. Приходят к дедушке друзья. Приходят в День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказов сокровенных, ведь повторять, опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я знаю, трудно каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с надеждою шагала, о том, какая там пальба, как сердце метят пули. Судьба, вздохнут они, судьба. А помнишь, как в июле приходят к дедушке друзья отпраздновать победу? Все меньше их, но верю я, они опять приедут. Чолем! Полина, ме те дат ради там щивны? Да, ради там. Тавр мер, а суспелась передача отрегает Победа Лун. Победа Лун. Талун кежлы зевнин эдша колис езыс, код ез дорьесны чужан му. Но колисны щилан к ез. Сапемы двор, земын лебалыш пулялыш. Земын неж еник шутлялете, земын югните кодю. Бара на дне, медамуся и те даунуч, джоля кага те лань те дикмус, чилачишка ланнаджи. Ты меня ждешь.
Сыктывкара, тусов я ритмес конкурс было войс началять став республика. Щилыш енбия войтер, и зе в лоще дощиланы. А мне теда, царич Илыч, военный щиланков. Вильлуныч Муса Карый. Ми вокас, вича царич. Вильлуныч Муса Карый. Ми вокас, вича царич. Водя сыв корсе. Быть юар там тусов я ритм я с конкурсом вермиш я съилыш, но талун тор яла на лун. Земля затряслась под ногами, рельсы загудели, с крохотом в дыму, в пару, с красными колесами, с жаркими огнями пронеслись два черных паровоза. За ними на платформах танки, пушки, укрытые брезентом, подле них часовые в шубах, с винтовками в руках, мелькнули солдаты при открытых дверях теплушек. И пошли вагон за вагоном проносить на мгновение лица, шинели, обрывки песен, слов, звуки гармонии и балалаек. Сосмотрелись мы, и в эту минуту раздался рядом крик: «Мама!» Он, Масилбек, ах ты, Боже мой, Боже! Он проносился мимо нас совсем близко, всем телом перегнулся из вагона, держа с одной рукой за дверь, а другой махал нам шапкой и кричал, прощался. Я только помню, как вскрикнула: «Масилбек!» И в этот короткий миг увидела его точно и ясно. Ветер растрепал ему волос. Полы шинели бились, как крылья, а на лице и в глазах радость, и горе, и сожаление, и прощание. Кучем озер тулыс, конкурс ясен. Да-да, став расчеса, конкурс ловья классика. Квайты мы зонка да нытка, мед бурлыдишь яс, войсны юркары, республика лан меча лы перец ясыш. Дакуем вермыш, Богдан Ханин, Сосногорскыш. Юлия Зезигова, Сыктывкарыш. Да, Андрей Бутиков, Кырткерэсыш. Петысны финалы, да ветласны Крымы. Помню, в 16-м годе задумался я тогда, родиться мне или погодить. Не, ну, конечно, можно и так, и этак. 2-3 года ничего не решают. Но все ж таки, думал я, думал, так ничего и не придумал. Может, думаю, посоветоваться с кем-то. Так ведь не с кем-то живете, это думаю. Потом думаю, как-то в такое-то время заявляться на белый свет неохота. А ведь шла первая германская, да. Ну, все-таки решил погодить.
А в 17-м году накатилась на матушку Русь революция. Слышу, мужики начали землю делить, думаю. Матка моя еще в девках, отец неведомо где, а я еще не родился. Сейчас тут землю по едокам делить начну, а я... Ну, долго ждать не пришлось. Тут отец с войны пришел, матку мою встретил. Ну, через 10 месяцев-то и родили. Эмия томьяс чур вижен, эту везен, да виджи денесены куш мемьяс. Лоу, теда эти нывкаес, сы ищила шлягер, а быть и ветла важас, война ленты швылы. Твой взгляд за островами оставила.
ребята, есть кто живой? Пробираясь по окопам, спрашивала я, внимательно вглядываясь в каждый метр земли. Ребята, кому помощь нужна? Я переворачивала мертвые тела. Все они смотрели на меня, но никто не просил помощи, потому что уже не слышали. Артналет уничтожил всех. Но не может такого быть! Хоть кто-то же должен остаться в живых! Петя, Игорь, Иван, Алешка! Я подползла к пулемету и увидела Ивана. «Ванечка! Иван!» закричала во всю мощь своих легких. Но тело уже остыло. Только голубые глаза неподвижно смотрели в меня. Спустившись во второй окоп, я услышала стон. «Есть кто живой? Люди, отозвитесь хоть кто-нибудь!» Опять закричала я. Стон повторился. Неясный, глухой. Бегом побежала мимо мертвых тел, ища его, оставшегося в живых. «Миленький, я здесь! Я здесь!» И опять стала переворачивать всех, кто попадался на пути. «Нет, нет, нет! Я обязательно тебя найду! Ты только дождись меня! Не умирай!» «Господи, если ты есть, помоги мне его найти!» «Да он в самом конце окопа!» «Держись!» – закричала я, что есть сил, и буквально ворвалась в блиндаж, прикрытый плащ-палаткой. «Родненький, живой!» Ми не ваших зумищин, юрте шедемит, вирде у лайню жедин, веш на дню кирченит. Шмоні гажен тишевек, чепас їлин водін. Ми не ловите кедек, Вася Васильочек. Муса мок, ок Вася Васильочек. Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую. Танки сен лыщины. Радейтан, радейтан, метода. Медсимунтая танкесис, некор оспетный компьютерлын экраныш. Мирен,
Гримакони взрив'яс, сени, тани, киджі дугдне війна. Пусть всегда будет мир, пусть всегда будет солнце.